В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд. По последним данным, жертв нет. Не менее 7 человек пострадали, из них 5 доставили в больницу. На видео с места происшествия видно, как с рельсов сошли 2 вагона. Итальянский состав следовал из Милана в Базель. Всего в нем ехали 160 пассажиров. Авария произошла поблизости швейцарского города Люцерн. Причины пока выясняют.